Вот давай, лучше иди смотри тыквы. Я долго здесь сидела, ждала, когда он к ним приблизится. Давай, фоточки делать. Это немножечко не то. Вот. Уже ближе. Иди-ка сюда. Я тебе подарочек принесла. Иди сюда. Такой лучик. Иди сюда. Я знаю, тебя можно кисточкой заманить куда угодно. Скажи, я затаскивал Тотору, а его взяли и вытащили. Как так-то? Луч, иди, я тебе подарочек покажу. Иди сюда. Давай. Ты из того окошечка. Иди. Давай, молодец, кратись. На тыкву закрался. Классные же тыквы, да? Такие не очень хэллоуинские, но это будет тыквенный спас. Смотри. Между прочим, Макс Метроэльф, не знаю бы, паспорт бы отдал за такую. Держи. Клёвая. Ай! Ты хотел в домик её? Держи. Луч, держи. Это мышь. Чё-то не чешет тебя? Тащи её в дом. Ай. Держи, держи. Да. Чучунь. Мы там тебе звеним немножко, прости. Соседи сверху у тебя буйные какие-то, да? Ну что, потащишь? Фоточку с мышью не получится сделать нам. Ай. Нет. Ну, миленько же. Лучик, выходи. Атакуй Тотору. Ой, опять Тотору глаз отломался. Надо его, что ли, приклеить как-то. Сейчас починю. Вот. Давай почешу. Что-то не то скажи, да? Чучунь. Ну мы сейчас перестанем и пойдем уже спать, да. Ой-ой, скажи, топают там и звенят какими-то звенелками. Не очень хватательная, скажи, да? Куда ты, Чунчик? Ой, ой, ой. Чуть-чуть. Вот, молодец. Добрался. И развернулся. Молодец такой. Где там? Потащишь, потащишь. Ну все, давай, скажи, давайте я его заберу в домик. Да. Ладно, я пойду к елке дойду. Посмотрю еще, что там в ведре. Мыши налезли или не налезли. Они сегодня налезали, я еще двух выпустила. Вот, но малютки пока больше не попадались. Я тебе возвращаю Тотору в твой домик, держи. Да. Глаз опять выпал. Ну ладно. Надо его будет приклеить. Он там просто как на саморезике закручивается, но выпадает. Вот, и принесла тыковки, чтобы красиво было. Да?
Давайте, ща. Спокойной ночи. Чё там? У тебя домик переехал? Да, это твой домик. Заходи. Заходи, Луч. А почему переехал? А потому что у тебя там тыквы лежат красивые, хеловинские. Да? Осенние тыковки. Что-то Лучик мне сегодня еще ни разу по голове не дал. Тебе нормально вообще? Луч. Ну заходи в домик, давай. Я там специально отставу. Ой, все, откусывай пальцы. Все нормально с ним. С Лучом все в порядке. Эй, а мы тут. Да? Ай. А, да, скажи, домик мой. Уж я вам сейчас. А где твоя игрушечка новая? Давай. Ой. Где? Куда он делал? Вот она. Не чешет лобешник, скажет, дурацкая игрушка. Зачем вы мне ее принесли? Вылезай оттуда. Скажи, сначала звали зайти, а теперь вылезай, говорят. Вообще. Не меховая, да? Неудобно хватать. Морожки такие нравятся. Хорошо, скажи, когда своя недвижимость есть. То есть это движимость, конечно. У тебя тут, кстати, он... Всякое вкусное бегает. Ты видел? А? Держи. Саранча возвращается в свой дом. А, еще одну. Теперь у тебя есть соседи. Что у тебя там? Ты еще не съел саранчей, Лучик, доедай. Не хватается, что ли? Что-то странное, да? На самом деле он уже сверчков наелся. Поэтому саранчу он так чуть-чуть шевелит.